видит айсберг на рваных парусах. Без берегов скидай, кто-то упал за борт. Мы просто снимем шляпы, отметив место скорби в печальных координатах. По долготе две даты, по широте поступки. От нас ушел матрос, пришедший на уступки. По морю ходил, боролся со стихией. Но стиль опасней шторма не выплыть, не уйти нам. Из берегов мы слышим надрывный женский плач. Завтра на рейд вздернет нас всех хромой палач. И мы отправимся прям к морскому дьяволу. Быть может, он нам скажет, чтоб жизни было правильным. Конечно, мы не должны смотреть безучастно, конечно, нет. Но есть ли у нас средства, чтобы противостоять этим угрозам? Конечно, есть.